целях безопасности и сохранности денежных средств не стоит совершать сделку купли-продажи по предоплате. Критически подходите к принятию решения об оплате. В первую очередь изучите информацию о продавце. Не сообщайте никому личные данные своих банковских карт и иную конфиденциальную информацию. Ни в коем случае не переводите всю сумму за покупаемый товар, так как велик риск полностью лишиться своих денежных средств.